Найти действительно легко. Первый этаж жемчужины – зал С. Стенды «Золото Юга» отличаются не только индивидуальными неповторимыми украшениями, но и тем, с каким вниманием покупателям подбирают ювелирные изделия. Продавцы-консультанты, по сути, оказывают скорую ювелирную помощь. Вот так легко и с чувством юмора фирма «Золото Юга» успешно работает на рынке ювелирной моды. Самая востребованная и модная коллекция этого года представлена у нас в компании «Золото Юга». Коллекция называется «Корона». Эти кольца, конечно, чаще всего приобретают юные модницы. В широком ассортименте представлены и серии обручальных колец. В своем большинстве это классические изделия. Золото красное, желтое и белое. На любой вкус и, что самое главное, все золотые и серебряные изделия эксклюзивные и ультрамодные. Неповторимая коллекция православных украшений – работа современных дизайнеров. Традиционно большое внимание уделяем православной тематике – крестам, иконам. И вот в данный момент у нас представлена коллекция «Херсонес православный». Это изделие севастопольского производителя завода «Виолет», где особое внимание, значит, наверное, уделено детальной проработке и прорезке крестов. Они уникальны. Среди разнообразия золотых украшений, конечно же, выделяются ручные работы премиум-класса. Мужчин могут заинтересовать и брендовые часы по выставочным ценам таких фирм, как «Ориент», «Дизель», «Фосил». Они отличаются высоким качеством и солидным дизайном. Но больше всего, конечно, на выставке «Интерювелир», которая открылась в гранд-отеле «Жемчужина», женщин. Постоянные клиентки краснодарской компании «Золото Юга» пришли уже сегодня. Знакомятся с новинками ювелирной моды, выбирают подарки для родных и друзей. Елена Овсецина, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ».